Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили для вас красивый рельефный узор. Вяжется он очень просто. Вязали из пряжи нашего магазина. Оставлю внизу в описании все ссылки. Также оставлю ссылку на наш интернет-магазин и на телеграм-канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Давайте приступим. Узор вяжется очень просто. Раппорт 8 рядов, 8 петель, плюс 4 петли для симметрии и 2 кромочные. Я набрала 16 петель на 2 раппорта, плюс 4 для симметрии, это 20, и 2 кромочные, 22 петли. Давайте приступим. Первый ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем, провязываем 4 петли лицевые, 2, 3, 4, 1 петля изнаночная, есть. Далее нам 2 петли нужно поменять местами, мы их переснимаем на спицу и подхватываем левой спицей первую петлю, и вторую петлю нам нужно сделать первой. Теперь провязываем 2 петли лицевые, они у нас перекрещенные влево получаются, есть, и 1 петля изнаночная. Это был раппорт. Повторяем, 4 петли лицевые, 1, 2, 3, 4, 1 петля изнаночная, 2 петли переснимаем на правую спицу, и нам нужно их поменять местами. Будем провязывать с перекрещением влево, 2 петли лицевые, есть, 1 изнаночная. Все, мы провязали с вами 2 раппорта, осталось 4 петли для симметрии, вот посмотрите, перекрещенные 2 петли влево. 4 петли провязываем, 4 лицевые, это петли для симметрии. В конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную петлю снимаем, перед раппортом 4 петли для симметрии провязываем, 4 петли изнаночные, 2, 3, 4, и приступаем к вязанию раппорта. 1 петля лицевая, точно так же переснимаем, не провязывая 2 петли, и если мы их меняли местами, спицу заводили перед работой, теперь за работой у нас будут петли с наклоном вправо перекрещенные, есть. Провязываем 2 петли изнаночные, 1, 2, 2 изнаночные и 1 лицевая. И 4 петли изнаночные, это будет наш раппорт. 2, 3, 4. Есть, теперь повторяем раппорт. 1 лицевая, 2 петли делаем перекрещенные вправо, заводим спицу за работой, меняем петли местами. Так, провязываем 2 петли изнаночные, 1, 2, есть, и 1 петля лицевая, 4 петли изнаночные, 2, 3, 4, в конце петля кромочная. Переходим к вязанию третьего ряда раппорта. В третьем ряду кромочную петлю снимаем и вяжем точно так же, как первый ряд. 4 петли изнаночные, 1, 2, 3, 4, 1 петля изнаночная, 2 петли с перекрещением влево, перед работой переснимаем, есть, провязываем 2 петли лицевые, 1, 2, изнаночная. Это был раппорт. Теперь его повторяем. 4 петли лицевые, 2, 3, 4, 1 изнаночная, 2 петли с перекрещением делаем вправо, 2 лицевые, 1 петля изнаночная, и в конце 4 петли для симметрии, 4 лицевые. Переходим к вязанию четвертого ряда раппорта. В четвертом ряду вяжем его точно так же, как и второй ряд. Кромочную петлю снимаем, петли для симметрии перед раппортом 4 изнаночные,
И теперь приступаем к рапорту. 1 лицевая, 2 петли меняем местами с перекрещением вправо. За работой заводим спицу, провязываем 2 петли изнаночные, 1 лицевая и 4 изнаночные. Это будет наш рапорт. Повторяем рапорт. 1 лицевая, 2 петли меняем местами с перекрещением вправо. Вяжем их 2 петли изнаночные. Одна лицевая, 4 петли изнаночные. Кромочная. Переходим к вязанию 5 ряда рапорта. Вот что у нас получается. Обратите внимание, сейчас покажу рисунок. У нас идет в шахматном порядке. Теперь, если мы начинали 4 лицевые, и потом у нас были перекрещенные петли, теперь мы вяжем сначала с рисунка начинаем, потом 4 лицевые. Кромочную снимаем. 1 петля изнаночная. 2 петли переснимаем, перекрещенные влево. Так. Вяжем 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная и теперь 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Это был рапорт 8 петель. Теперь повторяем. 1 петля изнаночная, 2 петли пересняли с перекрещением влево, вяжем 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная и 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Осталось 4 петли для симметрии. Вяжем 1 петля изнаночная. Делаем перекрещение с наклоном влево. 2 петли лицевые. Есть. И 1 петля изнаночная. В конце кромочная. Переходим к вязанию 6 ряда рапорта в 6 ряду. Кромочную петлю снимаем. 1 петля лицевая, идут петли для симметрии. Далее 2 петли изнаночные. Переснимаем, делаем перекрещение за работой с наклоном вправо. Провязываем 2 петли изнаночные. 1, 2, 1 петля лицевая. 4 петли изнаночные, это уже наш рапорт. Так, есть 1 лицевая, 2 петли перекрещения вправо, 2 петли изнаночные делаем и 1 петля лицевая. Остался последний рапорт, 4 изнаночные. 1 лицевая, 2 петли с перекрещением вправо, 2 изнаночные, 1 лицевая, кромочная. Переходим к вязанию 7 ряда рапорта. Смотрите, какой у нас рисунок получается красивый. В 7 ряду мы вяжем его точно так же, как и 5. Кромочную петлю снимаем, 1 петля изнаночная, 2 лицевые с перекрещением влево, есть и 1 петля изнаночная, 4 петли лицевые, 1, 2, 3, 4. Повторяем рапорт, 1 изнаночная, 2 петли лицевые с перекрещением влево, 1 петля изнаночная, 4 петли лицевые, 1, 2, 3, 4. И остались петли для симметрии. 1 изнаночная, 2 петли лицевые с перекрещением влево. Есть. 1 петля изнаночная.
Переходим к вязанию последнего, восьмого ряда раппорта. Восьмой ряд вяжем точно так же, как и шестой. Кромочную снимаем, 1 петля лицевая, 2 петли с наклоном вправо, 2 изнаночные. Так, это у нас получается 1, 2 и 1 лицевая. Это петли для симметрии, переступаем к вязанию раппорта. 4 петли изнаночные, 2, 3, 4, 1 лицевая, 2 петли изнаночные с наклоном вправо перекрещенные. Одна петля лицевая. Повторяем раппорт. 4 петли изнаночные. 1, 2, 3, 4. 1 лицевая. 2 петли перекрещенные вправо. 2 изнаночные. И 1 лицевая. Кромочная. Все, мы провязали с вами раппорт 8 рядов. Теперь все повторяете с 1 по 8 ряд. Покажу вам полностью образец узора. Вяжется очень просто. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. До свидания.